Приветствую на канале HardResetInfo, это телефон Samsung Galaxy M52 5G. Сейчас я покажу, как на этом девайсе включить синхронизацию Google. Итак, для этого мы открываем настройки, спускаемся вниз, нажимаем на кнопочку «Общие настройки», и здесь внизу может быть кнопочка «Синхронизация Google». Я говорю всегда на Samsung'ах. Несколько опций сразу обговариваю, потому что на Samsung'ах, в зависимости от региона вашего проживания, опции могут быть по-разному расположены. Я не знаю, зачем Samsung такую путаницу делает, но делает. Если же нет там такой опции, тогда вы ищете пункт Google. Вот здесь вот, Google. Здесь спускайтесь вниз, нажимайте «Резервное копирование», нажимайте «Добавить аккаунт», если он у вас еще не был добавлен. Говорит, ошибка. Почему ошибка? Потому что у меня проблема с Wi-Fi. Нет, проблем с Wi-Fi у меня быть не должно. Пробуем еще раз. Ошибка. А я знаю, почему у меня ошибка. У меня ошибка выскакивает из-за того, что у меня стоит неправильная дата и время. Теперь нажимаем Google. Резервное копирование. Добавить аккаунт, если он у вас не был добавлен. Быстренько его давайте добавим. Пароль вы вписываете свой, я свой. После того, как вы вписали пароль, нажимаете «Далее». «Принимаю». И нажимаете «Включить резервное копирование». Начать копирование, и все, и резервирование началось. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. Давайте по-честному. Мы с вами еще не раз увидимся. До свидания.